Чтобы огородные культуры радовали своих хозяев урожаем, необходимо заботиться и относиться к растениям с любовью. Особых усилий для выращивания корнеплодов не нужно, но уделять внимание им все равно придется. Я являюсь ярым противником химических удобрений, и поэтому в моем арсенале помощников находятся только натуральные проверенные компоненты, которые придутся по карману каждому садоводу. Одной из моих самых любимых подкормок является дуэт двух продуктов, которые широко распространены в кулинарии и имеются практически в каждом доме. Это обыкновенные сахар и дрожжи. Научно доказано, что растения способны усваивать сахар корнями и перерабатывать полученную энергию для питания своих клеток. Дрожжи являются живой структурой и при попадании в землю активизируют находящиеся там полезные бактерии. Отсюда вытекает пробуждение органических веществ, уже находящихся в почве. Дрожжи отлично действуют как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Если вы еще не пробовали такой метод подкормки, то я рекомендую попробовать как можно скорее. Разведите 10 грамм сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара в литре воды и подождите сутки. Полученную смесь необходимо разбавить водой, примерно в 5-6 литрах, и полить культуры. Полив можно производить раз в месяц, а главное, что таким способом можно удобрять почву перед самим посевом. Единственный минус данного удобрения – оно не хранится долго, так что не мешайте сразу много, используйте смесь по мере необходимости свежей. Попробовав однажды, вы внесете дуэт сахара и дрожжей в список своих любимых бюджетных удобрений. Подкормка влияет на развитие и рост как самого растения, так и его плодов.